Ола, амигос! Мы очень соскучились за собаками. А знаете почему? Потому что мы в Доминикане. Да вы шо, ребята? Лайк, лайк на видосик! Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel. Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer. Me dijiste... И сейчас мы созвонимся по скайпу с Арманчиком. Ты готова? Да. Сейчас увидим наших пёселей. Посмотрим, узнают ли они нас, соскучились ли они за нами. Ку-ку! Роки, привет! Вы посмотрите на эту мосечку! Привет, мой сладкий! Привет, мой хороший! Холёсый мой! Роки, привет, мой хороший! Мой! Роки, привет, привет! А кто так мордочкой делает? Куда? Ай, холёсый мой! Ку-ку, мой холёсый! Ку-ку! Привет, привет! Лекси! Лекси! Кто не может понять? Роки! Ты ворвался? Давай к нам! Прыгай в телепорт! Прыгай! Все, Майки, все прибежали, мои холёсы! Майки, холёсый! Так, сейчас уберу, беру с экранчика, оп! Ку-ку, мой холёсый, ты мой бедолага. Арманчик, расскажи, что случилось с Майком. Делаю маленькое пояснение. Почему-то на протяжении уже 2 недель у Майка глазик покрывается такой слизью. Лекси ходит, его все время облизывает. Но что-то это начало как-то усугубляться. Поэтому Майка повезли в ветклинику доверия спасать. И давайте сразу Майку поставим лайк, чтобы он побыстрее выздоравливал. Когда я нахожусь на расстоянии, еще более мучительно видеть этого бедняжку такого беззащитным и беспомощным. Ну, короче, сейчас у него прям очень жестко это видно. Короче, когда Лекси облизывает, она как будто проходит, и он открывает глаз. Вот, смотри. Вот сейчас у него еще более-менее, понял, вот этот. А утром вообще прям очень все плохо было. Ну, во-первых, у него все желтое было, а Лекси периодически просто очищает ему глаз. Я не знаю, это вообще нормально или нет, что он, он все время вот так вот прям полузакрытый глазик? А, с сегодняшнего дня, да. Ну, короче, с утра, да, вчера еще было нормально. То есть сегодня он прям, даже когда мы приехали в клинику, у него прям вот так вот аж было. Ай, ку-ку, ку-ку, куда ты врываешься, мой холёсик? И мы соскучились, соскучились за тобой, Майки. Вот так вот. Вот так вот соскучился, да? Ай, ты мой холёсик. Холёсый мой. Ты держись и выздоравливай, малыш. Мы скоро приедем, мы спасём тебя. У кого такие зёчки? У кого такие зёчки, милые? Холёсый. Малыш мой. И ссылочку на свой инстаграм я тоже оставил в описании. Обязательно подпишись, если еще не подписан. Доминикана – это одно из самых красивейших мест на планете, на которых я был. Я уже был в 27 странах. И Доминикана занимает, наверное, одну из лидирующих же позиций. То, какая красота вокруг, просто куда ни развернешься, столько пальм. Такие цвета, такого цвета океан, просто нереально. В какую сторону ни посмотри, в какую кафешечку ни заскочи, просто идеально. Вид. Ребята, напишите в комментариях, хотите вы вообще увидеть полный влог нашего отдыха в Доминикане, а? И сразу отвечаю, конечно же, я бы поехал с собаками, но собакам тут было бы не просто жарко, а мега жарко. Не говоря о том, что 12-часовой перелет. Перелет в самолете, я даже не представляю, как это вообще возможно организовать, потому что я связывался с разными авиакомпаниями. Собакам разрешено лететь только в багажном отсеке. А самих собак я там не отставлю, потому что им будет супер страшно, там звук громкий, темно. Я даже предлагал, что если я с собаками буду в багажном отсеке сидеть в вольере, все равно ни одна авиакомпания на это не согласилась. Поэтому, если все напишут в комментариях, что реально хотят увидеть эту красоту и наш отдых в Доминикане, и залайкают этот видос, тогда обязательно постараюсь в максимально короткие сроки смонтировать для вас видосик и кратенько показать. Только у нашего отеля здесь территория больше гектара, ребята, больше гектара.
И вся природа, столько бассейнов, ресторанов, разных прикольчиков. В общем, в пару минуточек вам все не показать. Но я постараюсь, поэтому любуйтесь нарезочкой разных событий. А если залайкаете и будет куча комментов, тогда сделаю полноценный, полный влог. Погнали! Итак, на третье утро мы поняли, что начинать утро с крепкого местного рома – это перебор. И перешли на легенькую малибушечку. И, конечно, кайфец висеть на стульчиках, которые под водой возле бара. Такие вечерние пул-пати. А мы приплыли еще на один островок. Сейчас у нас пати будет начинаться. Но красота-то какая! Охренеть! И водичка такая спокойная. Мы остановились под пальмочками полежать, позагорать. А я вам делаю такой анпэкинг коктейльчика. Вот так вот замутили внутри ананасики. Всякого набодяжили. Супер вкусно, просто супер вкусно. Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel. Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer. Me dijiste no quiero.